сегодняшний доклад расскажет нам Асель Абильмажинова. Асель является QA-инженером в команде Крыша. Помимо продуктовых задач в Крыше, она занимается автоматизацией функционального тестирования. И сегодня она расскажет нам про наш опыт улучшения процессов тестирования, ну и, в принципе, про эволюцию нашего отдела. Прошу, Асель. Спасибо. Всем привет, меня зовут Асель, я QA-инженер в Колеса Групп. Как сказала Булхейр, я занимаюсь веб-тестированием и написанием автотестов для продукта Крыша KZ. В компанию я пришла еще будучи стажером и уже около 3 лет занимаюсь обеспечением качества наших продуктов. И за все это время я наблюдала за эволюцией этапов и процессов тестирования у нас в компании. Мы меняли, настраивали наши процессы так, чтобы оптимизировать нашу работу и приносить больше пользы в короткие сроки нашим юзерам. Сегодня я хочу поделиться с вами практичными советами по улучшению процессов, которые мы внедрили у нас в компании, которые успешно сработали для нас. Надеюсь, вы какие-то из пунктов сможете унести к себе. Так, что будет в этом докладе? Мы с вами затронем тему раннего тестирования, а также я расскажу вам о конкретных шагах, которые мы в компании внедрили, и приведу пару примеров. А начну я с вопроса. Кто знает, что это? Пожалуйста, поставьте плюсики в чат, если вы знаете. Окей, я надеюсь, большинство знакомы. Это основа основ, это Software Development Life Cycle или жизненный цикл разработки ПО. В идеале любая разработка ПО должна проходить через эти стадии, а именно это стадии планирования, анализа, дизайна, имплементации, тестирования, внедрения и поддержки. Я хочу вас попросить держать в голове этот круг, потому что мы к нему будем возвращаться еще не раз. Мы с вами будем влезать в какие-то из процессов и пытаться их оптимизировать. Я думаю, многим знаком этот график. Этот график показывает зависимость стоимости внесения изменений от этапа, на которых мы эти изменения и вносим. И как показывает график, стоимость изменений растет с каждым этапом. Что ведет к нас к заключению, что чем раньше найдена проблема или ошибка, тем она дешевле обойдется вашей компании. Также важно отметить важность включения в процесс разработки на ранних этапах нас как специалистов. Поэтому мы начнем с вами с подготовительного этапа, когда к разработке мы еще не приступаем, а именно этапы планирования, анализа и дизайна. Нередко возникает такая ситуация, как на этой картинке, когда к нам приходит менеджер и дает нам ТЗ, а под ТЗ ну, ничего не понятно, и оно вообще не помогает никому образом. Поэтому, чтобы избежать этого, в колесах мы практикуем раннее тестирование. И один из пунктов — это ревью требований. ТЗ или техническое задание у нас составляют менеджеры, но не всегда ТЗ может быть понятным или может не учитывать все нюансы. Для таких случаев есть мы. В этих случаях мы как ситечко прогоняем требования, и в разработку уже уходит хорошо понятно описанная задача, которая учитывает все корнер-кейсы. Также тут очень важен формат постановки задачи, ведь отлично продуманная и поставленная задача — это уже половина успеха. Для наглядности я вам далее покажу примеры того, как не надо и как надо ставить задачи. Тут, честно говоря, мне пришлось хорошенько покопаться в Jira. Jira — это наша таск-трекинговая система. Чтобы найти ну, объективно плохо поставленные задачи, радует, что в целом у нас задачи ставятся понятно, адекватно. За это спасибо нашим менеджерам. Ну и заранее попрошу коллег не обижаться, если среди примеров того, как не надо, вы найдете свою задачу. Итак, вот пример того, как не надо делать. Вы можете ознакомиться с скриншотом. Это скриншот реальной задачи из нашей Jira. Почему я считаю постановку этой задачи плохой? Потому что тут нет конкретики. Непонятно, какие возможности должны быть, как они должны быть реализованы и как вообще все это должно выглядеть. Но тут справедливости ради я скажу, что в итоге функционал разрабатывался в другой задаче, и в другой задаче уже было все описано. А тут вы можете увидеть пример того, как надо или как можно ставить задачи. Можете ознакомиться со скриншотом. Почему постановку этой задачи я считаю хорошей? Потому что тут есть описание того, как должен функционал работать, как этот функционал работал до этого. Есть ссылочка на развернутые бизнес-требования в Confluence. В Confluence мы ведем всю нашу документацию. Есть также ссылочка на схему в Мира. Есть небольшой глоссарий с новыми терминами для понимания. И есть небольшой roadmap эпика, чтобы понимать, что нужно делать в ходе этой задачи. А также есть прикреплены декомпозированные задачи, в которые можно провалиться и подробнее почитать. Тут я приготовила для вас небольшую шпаргалку, на что стоит обращать внимание во время ревью требований. И начнем мы с терминологии или с глоссария. Нередко возникает такая ситуация, когда в команде сотрудники одну и ту же сущность или компонент называют разными именами.
И это можно учесть, сесть с менеджером и заранее обсудить и поставить небольшой словарь, в котором вы опишете все новые термины и дадите им четкое описание. Это поможет всем в дальнейшем разговаривать на одном языке и уменьшить вероятность путаницы. Следующий пункт — это определение ролей и правил их взаимодействия. Иногда сложно разобраться, что и как взаимодействуют в системе, как какие-то роли взаимодействуют друг с другом, как действия одного пользователя, к примеру, могут влиять на действия другого пользователя, или как одни процессы блокируют другие. Поэтому для этого садитесь с менеджером и определяйте роли и давайте им правила взаимодействий. Следующий пункт — это полнота и точность требований. При составлении требований просите вашего менеджера, чтобы он придерживался схемы, где он вначале описывает основные сценарии, затем переходит к описанию дополнительных сценариев и далее продумыванию исключительных случаев. Также просите добавлять больше конкретики и проверяйте требования на их завершенность. Следующий пункт — это последовательность. Не забывайте проверять задачу на последовательность информации, которая описана в этой задаче. Проверяйте структуру. Просите вашего менеджера, чтобы он разбивал задачу на логические и последовательные блоки. И смотрите, если информация сгруппирована по функционалу, модулям и платформам, ролям. Это облегчит вам понимание. Следующий пункт — это избегайте использования сложных языковых структур. Проверяйте требования на легкость понимания. И пытайтесь избегать сложно сочиненных и сложно подчиненных конструкций. Там, где все-таки не удается по-простому объяснить, требуйте, чтобы менеджер добавил наглядности и закрепил примерами. У нас у всех разное восприятие информации, и для облегчения понимания можно использовать какие-нибудь визуальные инструменты. К примеру, можно составлять блок-схемы или майндмапы или UML-диаграммы, которые смогут объяснить лучше 1000 слов. А также можно просить закрепить контрольными примерами для того, чтобы понять все, что было написано в этой задаче. И последний пункт, о котором я буду говорить, это учитывать платформы. Если для вас и для вашего продукта это актуально, и ваш продукт работает на нескольких платформах, не забывайте их учитывать. И просите вашего менеджера, чтобы он это учитывал в постановке задачи. И также проверяйте, если на каких-то платформах вы не собираетесь реализовывать какой-то функционал, то пусть менеджер объяснит и напишет альтернативные сценарии использования. Например, добавит заглушку. А следующий шаг по улучшению процессов затронул сам этап тестирования. Мы внедрили обязательное ведение чек-листов у нас в Confluence. Я надеюсь, все знают, что такое чек-листы. А для тех, кто не знает, чек-лист — это документ, описывающий, что должно быть протестировано в рамках задачи. Или, проще говоря, список проверок. Как у нас было до этого? Мы, конечно же, составляли чек-листы, но все это было в разных форматах, и каждый делал это, как ему удобно. Как это могло быть? Кто-то мог ручками в блокноте описывать чек-листы, кто-то мог вести Google Доки, Google Таблицы, кто-то мог вообще оставлять комментарии в задачах, либо в крайних случаях, когда была задача очень легкая, могли не составлять чек-листы, а просто держать их в голове. В итоге могло выйти что-то типа этого в лучшем случае. Тут чек-лист оставлен в комментарии к задаче. Выглядит достаточно неплохо до тех пор, пока чек-лист не разрастется и проверок будет больше. Тогда это будет нечитабельно и неудобно. В худшем случае могло быть вот так. Ну, тут вроде бы все окей, да, в комменте к задаче также оставлена ссылка на чек-лист, но что же здесь не так? А не так здесь то, что когда мы переходим по ссылке, мы видим, что файлик уже удален, а следовательно нет и чек-листа. В общем, какие у нас были боли при старой схеме работы с чек-листами? Ну, во-первых, так скажем, чек-листы Шрёдингера, у нас проверки вроде бы они и были, и вроде бы их не было. Информация была у людей в головах, она была в их персональных записях, на их аккаунтах, и все это было разрознено и в разных форматах. От этого не было прозрачности того, какие были сделаны проверки сотрудникам, а какие не были. Ну и, конечно же, бас-фактор. Если сотрудник уходил, то знания терялись вместе с ним. Как мы решали эту проблему? В итоге мы стали вести наши чек-листы в Confluence и стали прикреплять их к проверяемым задачам. Выглядит это примерно так. Это в Confluence, в пространстве каждого проекта, мы в блоке тестирования завели страничку с чек-листами. Тут вы можете увидеть пример в проекте крыши. Проваливаясь в конкретный чек-лист,
можно увидеть отдельную страничку с проверками и дополнительной информацией. Примерно так выглядит наш стандартный чек-лист. Это просто таблица с нумерацией, с проверками, с ожидаемым результатом, с платформами, на которых нужно проверять, ну и комментарием. Также в чек-листе может храниться любая другая информация, которая может помочь в тестировании. Это могут быть скриншоты, это могут быть хосты к базам данных, это могут быть ссылки и любая другая информация. Также для удобства мы создали инструкцию по созданию чек-листов, где мы описываем, зачем, почему это нужно, и даем рекомендации по оформлению. Вот так выглядит сама инструкция. И небольшой лайфхак у нас в компании. Мы подготовили заранее шаблоны для ведения чек-листов. Далее я вам покажу пару примеров. Вот этот это шаблон, он состоит из описания проверки, ожидаемого результата, платформ, на которых можно проверять, и комментария. А это шаблон валидационного чек-листа с группировкой по сущностям. Тут почти все то же самое, что и в предыдущем шаблоне. Единственное, тут есть упор на разбивку по сущностям и модулям. И один из последних шаблонов — это шаблон чек-листов для кросс-браузерного тестирования. Тут также все то же самое, все те же самые колонки, но акцент идет на типы, виды браузеров и разрешение экрана. В итоге, чего мы добились с введением чек-листов в Confluence? Ну, во-первых, чек-листы стали храниться все в одном месте, в Confluence, их стало легче найти. Следующее, к Confluence есть доступ у всех наших сотрудников, следовательно, мы таким образом уменьшаем бас-фактор. Также обеспечивается прозрачность работы сотрудника, мы можем четко увидеть, какие проверки были сделаны сотрудником, а какие не были. Ну и это ведет нас к сохранению истории по работе с чек-листом. Также чек-листы теперь можно использовать как документацию и обращаться к ней как к базе знаний в случае сомнений. Так, масштабируемость, последний пункт. Чек-листы могут быть переиспользованы и расширены другими сотрудниками в дальнейшем. Теперь представим, что мы на финишной прямой, и после всех тестов наша фича наконец-таки оказалась на проде. Но даже после релиза наша работа не заканчивается, потому что мы начинаем закладывать фундамент на будущее. И один из примеров — это актуализация документации. Во время постановки задачи, во время ее реализации требования могут меняться, какие-то требования могут устаревать и вообще выпиливаться, но нам всегда нужна свежая, актуальная информация. Поэтому после релиза новых фич мы обновляем нашу документацию. Мы создаем новые статьи у нас в Confluence, редактируем уже существующие или архивируем более неактуальные. Также мы не забываем обновлять наши чек-листы согласно нововведениям. Далее у нас есть документы по покрытию автотестами. Мы их также обновляем после релиза задач. Там мы фиксируем, какие тесты нам нужно покрыть, а какие тесты были уже покрыты во время реализации. И еще одна небольшая плюшка, которая есть у нас в компании, это так называемые субботники. Опережая все вопросы, мы не работаем по субботам, и такие субботники мы не проводим каждую неделю. Суть в том, что раз в определенный период мы уделяем время и проводим большую ревизию всей нашей документации. Мы раскидываем статьи между сотрудниками проекта и проверяем наши статьи на их актуальность. Таким образом, мы поддерживаем нашу базу знаний в свежем виде и делаем ее удобнее для будущего использования. Следующий важный пункт, о котором я хочу поговорить, это обучение или шеринг знаний. После релиза большого функционала мы делимся знаниями и устраиваем небольшие демо-презентации для всей команды, так чтобы менеджеры, тестировщики и разработчики были в курсе всех изменений. Это им поможет в будущем, если они столкнутся с каким-то конкретным функционалом и будут уже знать о нем более подробно. Также обучающие сессии помогают во время дежурства нашим тестировщикам и разработчикам. И также это помогает нашей службе заботы о пользователях знать, какой новый функционал был выпущен и как он работает. При разработке каких-то больших эпиков мы обычно назначаем ответственных тестировщиков, они могут после релиза поделиться своими знаниями. Как пример хочу привести небольшую традицию, которая есть в нашей команде. Это, мы раньше называли это «Крыша Education», сейчас это «Техночай». Мы встречаемся раз в неделю или раз в две недели онлайн и проводим небольшие тоже такие демо-презентации по функционалу или по технологиям, используемым в нашей команде. Что самое главное в таких сессиях? А то, что разработчик, который собирается давать доклад, он приготавливается по теме, о которой он знает сам не так много. Это позволяет ему глубже узнать материал и покопаться в нем. Во время презентации ребята, которые хорошо разбираются в этой теме, могут подсказывать, давать какие-то комментарии и рассказывать про нюансы.
Это также нам позволяет узнать больше информации о нашем проекте с разных перспектив и, опять же, уменьшает бас-фактор. Для этого у нас также заведена страничка в Confluence, куда по возможности мы прикрепляем презентации и видео. И следующий пункт. Как мы знаем, не все релизы всегда бывают успешными, у нас тоже происходят фейлы. Но это не повод расстраиваться. Любая ошибка — это возможность научиться чему-то новому и сделать выводы на будущее. Так и мы после каких-то больших инцидентов стараемся усвоить урок на будущее и составляем постмортемы. Создание постмортемов — это процесс анализа нашей работы. Постмортемы, тут важное уточнение, пишутся только разработчиками, и их рекомендуется писать в крайних случаях, когда были какие-то серьезные долговременные сбои. Постмортемы не пишутся на любой чих. Что можно написать в постмортеме? В постмортеме можно написать, что было, какая была проблема и как она выглядела для пользователя. Можно также написать, когда и как долго эта проблема проходила, сколько пользователь мог заэффектить этот сбой или проблема. Также можно дать техническое описание и расписать причины, почему вообще это произошло. И указать какой-то небольшой таймлайн. И самое главное, рассказать, что нужно сделать, чтобы больше такое не повторилось. Для постмортемов у нас также есть отдельная страничка, выглядит она таким образом. А сами постмортемы выглядят вот так. Вы тут можете увидеть один из постмортемов, тут есть вся необходимая информация, скриншоты о метриках. Это часть постмортема. Хочу подытожить все вышесказанное и еще раз пробежаться по пунктам. Конечно, это не все меры, которые мы принимаем у нас в компании, их множество, но те, о которых мы сегодня поговорили, это то, что мы как команда QA пытаемся обеспечивать качество и влиять на качество наших продуктов на всех этапах. И начинаем мы с ревью требований. Также мы внедрили чек-листы в наш Confluence. Мы актуализируем нашу документацию вовремя, проводим обучение и шеринг знаний и пишем иногда постмортемы. Что мы имеем в итоге? А в итоге мы имеем прозрачные процессы, мы уменьшаем бас-фактор и имеем счастливую команду тестировщиков, менеджеров и разработчиков. Что по цифрам? А по цифрам вот у нас что. Чтобы не быть голословной, приведу вам небольшую статистику. За этот год количество человек в команде WebQA не изменилось, поэтому, наверное, можно считать, что прогресс был благодаря внедренным процессам. Определить прямую зависимость, конечно, сложно, на это влияет множество других факторов, но оптимизация самих процессов, я думаю, имеет не меньшее влияние. К примеру, количество протестированных и закрытых задач в сравнении с 2019 годом возросло на 20%. А следующая циферка — это улучшение по закрытым задачам, которые были написаны… выросло количество закрытых задач по написанию автотестов. Тут также факторов большое множество. Один из них — это то, что компетенция сотрудников, в принципе, у нас по написанию тестов выросла за этот год. Но я также думаю, что мы себе сэкономили время, объяснив менеджерам, как правильно заводить задачки. На это, и из-за этого у нас появилось больше времени на написание тестов. Упс. Так. Вот. На этом я завершаю свой доклад. По QR-коду вы можете найти дополнительную информацию, почитать ее. Всем спасибо за внимание. Можно задавать вопросы. Спасибо, Асель. Очень полезный доклад, я думаю, на мой взгляд, прям можно брать по пунктам и внедрять у себя в компаниях. Конечно, с определенной конфигурацией под каждую компанию. Спасибо. Тут есть вопросы от пользователей, прошу прощения, от зрителей. Первый вопрос. Massive Compact Hello Object задает. Чем лучше бить менеджера, если он не соглашается внедрять DOR и DOT? Прикольный вопрос. Ну, не надо бить менеджера. Я не знаю. Можно просто прийти и объяснить и показать ему, что в долгосрочном плане все эти изменения могут помочь. Если у вас время, вы можете, там, не знаю, пособирать какую-то статистику и тоже с ней вместе прийти и конкретно на цифрах показать вашему менеджеру. Но я, наверное, думаю, что это зависит от культуры вашей компании, если вам приходится бить своих менеджеров, чтобы протолкнуть какие-то вещи. Хорошо, спасибо. Mobile Store задает вопрос. Почему вы используете именно чек-листы, а не тест-кейсы? По чек-листам, наверное, скажу то, что сами чек-листы и их наполнение влияет от человека, и, наверное, легче и быстрее вести чек-листы, чем тест-кейс. Это сокращает время. И для лучшего, наверное, улучшение процессов, наверное, чек-листы для нас конкретно сработали лучше, потому что мы меньше времени тратим, но при этом не теряем информацию. Хорошо, спасибо.
Также вопрос от Бориса. Как много занимает времени адаптация нового сотрудника до уровня уверенного владения документацией и пониманием, что к чему? Как много времени занимает? Как много занимает время адаптации нового сотрудника до уровня уверенного владения документацией и пониманием, что к чему? Ага, поняла. Ну, наверное, конкретных цифр я вам не приведу. Онбординг по-разному происходит, но сама документация и ее наличие ускоряет только эти процессы. Могу сказать, что, наверное, примерно недели, там, пары дней прочитать всю документацию хватит. А далее это уже по накатанной с введением самих задач. Спасибо. Также второй вопрос от Бориса. Чем постмортем отличается от ретроспективы в конце спринта? Тем, что проводится именно по инцидентам? Да, в постмортемах идет акцент на какой-то инцидент, который произошел для того, чтобы на будущее сохранить информацию, больше не допускать таких ошибок. Да, достаточно похоже с ретроспективой, за исключением того, что, наверное, в каждой команде по-своему у нас, например, не проводятся ретроспективы, конкретно в моей команде. Вот, постмортемы помогают увидеть и проанализировать ошибки, которые могли возникнуть во время инцидента. Спасибо. Нашим зрителям я бы хотел напомнить, что есть буквально несколько минут, вы можете еще задавать свои вопросы. А пока, миссия Селя, я задам тебе свои вопросы. Первый вопрос, он больше похож на вопрос зрителя. Как убедить все-таки менеджмент в необходимости владения документацией и продать эту идею? Ага, ну вот, как я и говорила в предыдущем вопросе, да, наверное, это будет все зависеть от культуры вашей компании. Для начала, наверное, я бы подошла к менеджеру и показала вот этот вот график, в котором показывается стоимость внесения изменений и этапов, на которых эти изменения вносятся. И показала, что чем позже мы вносим изменения и исправляем что-то, это дороже обходится нам. Поэтому можно сэкономить время, изначально поставив нормальные, адекватные, корректные задачи. И сохранить время в будущем, потому что это сократит недопонимание вследствие количества багов сократит. Также можно сказать, что введение технической документации в будущем тоже может помочь с тем же онбордингом сотрудников, потому что если у вас будет адекватная нормальная техническая документация, онбординг сотрудников будет происходить быстрее. Ну и по циферкам также, если у вас есть время, возможности, ресурсы, можете пособирать статистику, к примеру, переоткрытых задач по причине того, что, к примеру, требования были поставлены неверно, и прийти с этими цифрами к менеджеру. Хорошо, спасибо. Вопрос от зрителей, прошу прощения, Mobile Store задает вопрос. У вас сколько активностей, как вы успеваете? Что делать, если я один на проекте и нет времени вообще? С чего лучше начать внедрять такие процессы? И как объяснить необходимость этого? Ну, частично повторяется, да, вопрос? Да, ну, я, наверное, сделаю небольшую такую рекламу. У нас будет Игорь выступать с похожим докладом. Он вам расскажет, как это все успевать. Окей, хорошо. Используете ли вы чит-листы? Нет, только чек-листы. Ну, скажу за себя, в нашей команде чек-листы. Может быть, кто-то из ребят для себя чек-листы использует. Следующий вопрос. Можно ли заменить чек-листы мнемониками, если у тебя свои мнемоники? Мнемоник своих у меня нет. Я не знаю, мне кажется, это достаточно сложно расширить на конкретный функционал. Он всегда бывает разный, и мне кажется, какая-то мнемоника не всегда подойдет для какого-то определенного функционала. А чек-лист, он конкретно привязан к какой-то конкретной задаче, и даже если будут какие-то пересечения в будущем, чек-лист можно будет переиспользовать. А насчет мнемоники сомневаюсь. Также Дмитрий задает вопрос, стоит ли заводить постмортемы на проблемы в developer experience, или это должно касаться только проблем самого продукта? Наверное, по постмортемам скажу, что да, мы постмортемы заводим, и я знаю, что хорошая практика заводить постмортемы, когда реально случаются какие-то большие факапы на проде. Для таких случаев и пишутся постмортемы, потому что ну, вы запаритесь каждый раз писать постмортемы на любую ерунду. Спасибо. Также Мухаммед задает вопрос. Отличаются ли тест-кейсы ручного и автоматизированного теста? Еще раз, какой вопрос? Отличаются ли тест-кейсы ручного и автоматизированного тестирования? Сложно ответить на это, потому что у нас есть какой-то список тестов, которые у нас прогоняются как регресс. Они могут отличаться, потому что отличаются тем, что каждый раз функционал будет новый, а тестов на них, ну, на этот новый функционал может быть еще не написано. Поэтому да, будут отличаться.
Ну и последний вопрос, потом мы перейдем уже к следующему докладчику. С чего внедрять такие процессы? Поняла. Так, ну, наверное, сначала посмотрите, вам действительно это нужно или нет, потому что, ну, у нас большая команда, и действительно без таких четких процессов было бы сложно работать. Наверное, я бы подошла сначала к менеджеру, обсудила и в тестовом режиме попробовала пару дней поработать так, а потом уже делать выводы.